Мы там мучаемся, почитай, битый час. А они, срамники, вон что делают. Ладно, сведает Петр Алексеевич, будет вам ласковое слово. Меньшикова работа. Вот ирод. Давай, давай. А ну, навались. Опа. Смола где? Да вон, государь, 6 бочек. Ну, а теперь, господа корабельщики, надлежит нам выкурить по трубке доброго табаку. Корабельщики курят в тавернах аустериях. А кто трубку не курит, тот не корабельщик. А мокрая курица. Так, Сильвестр? Ученый аглицкий немец по берегу бегает, руками машет, кричит «Найн!», а царь-батюшка на ботике то одну веревку тянет, то другую, никак парус сдернуть не может. Немец орет «Найн!», а царь «Я!». и по матушке его. Кто таков? Раб Божий, обшит кожей, прохожий. Беглый. Железо его! Более не смешно. С утра за работу. Строить флот на озере останутся Апраксин с Ивлевым. Флот. Верфь корабельный. Учить флоту матросов. Убежал беглый-то. Ловок. А не будет того, что Петр Алексеевич возьмет ее потеху, да позабудет. Это будет тебе в радости, Ким. Али не видели мы в наших мечтах фрегатов и кораблей? То дело не наш флот. Флот дело иноземное. Пристань нас варит. Ну какой такой пристань? Откуда он взялся на нашу голову? Не выспался, что ли? Поди доспи. Иди, Василий Андреевич. Больно болтлив стал. Да бог с тобой, Федор Матвеевич. Откуда мне знать? Молодешень, куда мне? Вот и сиди на печи. Бойся, друг Васьки Ржевского. Слово ненароком сорвется, примечает. Какое такое слово? А чего в сердцах не скажешь? Бывает и про Петра Алексеевича тоже. Плевать не поможет. Помалкивать надо бы. Эй, господин! Подойди-кась, господин. Мне не способно. Ноги натружены. Что строите-то? Верфь строим. Кто ж так строит? Нагнали народишку. И все зря. Яма-то зачем накопан? Ты вот чего. Бери ноги в руки, доступай в город Архангельский. Что на Двине, близ Белого моря. Архангельский город, всему морю город. Там мастера ищи, умельца. Ты оттуда? Я-то отсюда, да там бывал, океан море видал. Строят корабли и в Архангельске, и по всему Беломорью. А сам ты в всем деле понимаешь? Мое дело помирать. Люди там, на Беломорье, позавидуешь. Вольны. Не нам, крепостным чета. Крепкий народ. Подливай воду! Колопачили другие, помереть завсегда успеем! Иван, гляди! Вижу камни! Ай. Куда? Врешь? Ничего, поживем еще маленько. Что? Испугались? Муржа зверовать, Афанасий. Что ж ты к бабеньке Евдокии глаз не кажешь? Она давеча пеняла. Забыл, дескать, воняк, как короте визжал, покуда я его песком отмывала. Навестил бы старушку-то. К ней иду. Да с гостинчиком. Здоровье ваше здоровье на все четыре ветра. М? Все четыре ветра, бабуся. Ну, принимай, старушка, гостинца. А и что недоброе сделал Иване? Ты корабль наземный выкинулся на камни. Люди мертвые все до единого. Вон клад нашел. Да к чему он мне? Свечку поставил Николе угоднику. Вдовицам раздарил. Погулял маленько. А он бахил новый исправил. Эй. Карбас купить, что ли? Покрутчиков набрать, а? В хозяева выйти. Выйдет из меня хозяин-то. Не выйдет, Ванечка, бесстыдца тебе нету. Обеси уговаривают, толкают. Иди, Ваня, в хозяева. Хватит горе-то мыкать. Он фарт подвалил. Ну, будет тебе. Иди баньку стопи, помойся, небось в море опять. Да, куда же еще? Миросос из меня не произойдет, верно ты говоришь. Половина золота Кумени в тебе. Для сирот. Че, клетку давай. Изгрызла меня всего. Ведьма. Ой! Господи, кто ж зверя такого в руках носит? Ну-ну-ну. Лезь. Иди сюда. Откуда во птица-то? От шкипера иноземного. Наступай. Ну чего столбеешь? А куда идти-то? Сам-то ты кто? Откуда ты такой взялся? Кормщик. А звать-то как? Иван. А, это Рябов, что ли? Рябов. Это ты клад на корабле нашел? Да было. Ну иди. А меня Таисия зовут. Я знаю. Таисия Антиповна. Эва? А еще чего знаешь? Вот Сатвову знаю. Добрый кормщик был. А про меня чего знаешь? Да почитай все. Сказывают, рукодельница искусная. Птиц любишь. А еще чего? В церкву ходишь редко. Хм. А то, что женихов отваживаю, слыхал? И про то слыхал. Ну, значит, все знаешь. Иди. На вот, гостинчик. Клад корабельный. Таюшка, лапушка, ну ты что? Подарил подарочка. Ты как об нашей сестре думаешь? Худо думаешь, Иван Саватеевич. Гостинчика принес, дурашка. А теперь походишь, поизносишь сапогов-то, пока простит. Взглянет ли? Ой, взглянет, Ванечка. Надо бы взглянет, когда только. Не скоро. А тебе к спеху. Ты слушай меня, Иван, слушай. Антипа, Таисия, таких полсвета обскочи не сыщешь. Ноготка ты ейного не стоишь. Кто ты? Ну, кормщик добрый, друг честный. А еще кто? Она, Ванечка, поморка, сама не пужлива, ей море не в диковину. Ты для нее свою гордость забрось. Да какая ныне гордость-то? А, разбирает тебя, дитятка. Ну что ж, давай, Бог. А голову ты перед ней пониже клони, пониже. Ничего, дядечка, все добром будет. Вот. Ни один человек на свете не знает, кто я и откуда. Из чего я тебе открылся. С того ли, что ты просто душе моей люба с тобой. Бог с ним. Слушай дальше. Не один я таков. Много здесь беглого люда. А почему? Поклонился не так. Бьют на барской конюшне. Земля не уродила. Кнуты. Оброк не сполна привез. Батаги. Где правда? Где искать ее? Жить-то как? Ну и где ж они, твои беглые-то? А повсюду. В покрутчики идут, как я. В дальние скиты бегут, служники. И откуда ж идут? Отовсюду. С Москвы до Костромы, с Курска и Ярославля. И не только к нам? Да нет, и на Дон идут, на Волгу, матушку, в низовье. А ежели споймают? М? Споймают. Тогда добра не жди. Вот открылся ты мне, а ведь знаешь меня мало. Вдруг окажусь не таков, как думаешь. А то все едино. Расходятся наши пути. Тебе на цареву службу, а меня ищи свищи. Не есть ли вы иноземные воинские люди? Nein. Не имеется ли у вас на борту пушек, пищалей, мушкетов, более чем надлежит для защиты от морского пирату? Nein. Не имеется ли больных прилипчатыми болезнями? Oh, nein. Имбирь привезли? Нет, имбирь. Будем делать досмотр. Давай! Кто тебе велел делать досмотр? Кто? Где капрал? Занедужил он. Ты нанес мне ущерб. Тебе будет плохо, совсем плохо. Если даже убьют тебя, мне ничего не будет. Скажу, пойман на воровстве, убит в корячности. Иди. И в другой раз не делать досмотр. А полтину, что получат от шипера капрал, возьмешь себе. Так посуха, господин поручик, брать не велено. Кем не велено? Тобою не велено. Но кто ты есть? Взять его! Выпороть! И что ты за мучитель отыскался на мою голову? Не могу я тебя пороть. Не могу. Сегодня кого пороть? Капрал тут ни при чем. Мушкеты, не показанные в описи, на датском корабле отыскал я. И конфузи закричал я. Так мы, поморы, дверей в домах не запираем, господин поручик. Батужок приставишь, значит, хозяев дома нет. Размышлял на государственной службе. Честью надобно служить. Так вот, пора тебе больше не размышлять. Пить нещадно, пока не закричит. Сильнее. Пусть закричит. Сильнее, еще сильнее. Ой! Это что же ты делаешь, человече? Не могу так жить, отче. Лучше удавиться, чем от Джеймса погибнуть. Всего жителя Двинского беру с собой. А ты помни, раскопаю я твои подлости, придет и к тебе лихой час Кикимора Заморская. Поедешь со мной? А, пришел дурашка. Садись. Ты что же ты хотел сделать над собой, а? Нехорошо. Надобно жить, человече. И от назначенного дела не прятаться. Тебе, внучек, Русь, матушка. А ему, ворогу твому, постыл, лишь бы золотишко побольно хватать, да и сбежать отсель. Ничего. Пыху мы ему сбавим. Будет нынче куда потише. А ты не кручинься. Ступай опять служить при таможне. Докунает меня Джеймс. Ой ли, небось подавится. Да я на тебя гнева не держу, не мельтеши. А где поручик? Он теперь помощником при полковнике Сневине. А Сневин чем ведает? Всеми войсками воеводства. Так кто ж у нас теперь за главного? Ты? Пока мы сами были за главных, теперь ты. Я? Ты. Тебя произвели в старшие досмотрщики. Какие будут твои приказания? Прошу присесть, отдохнуть, быть гостями в моем скромном доме. Дела можно отложить на завтра. Либо строить корабли на Переяславле-Залесском, государь, либо не тратить время попусту. Что? Худо, государь! Мастера твои голландские давно корабли не строили. Один остов развалился. Беда! Говори. Все говори. Мужики, четвертый день без хлеба. Государь. Ну? Варить нечего. Ушли мужики, и колодники разбежались. У дьяков были? Говорят, более кормовы давать не велено. Кто говорит? Дьяк Чердынцев. В Архангельске, сказывают, есть добрые мастера корабельного дела. Узнай доподлинно, коли так, ехать тебе туда. Вести мастеров на озеро. Вот тебе за озеро! Вот тебе за Невелино! Будут кормовые! Не признали, дядюшка? О, ты! Вот Бог радости послала! Здравствуй, здравствуй! Ой, 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 кафтан долой! Долой, заболеешь, горячкой за не можешь! Ах ты, Господи! Маша! Маша! Ну куда запропастилась, Маш? А? Ну, неси скорее сухое платье! Да ну, быстрее неси! Бежит времечко-то, бежит племянчик. Он же в невесты выросла, Марья-то. Сватает? Да, кто сироту посватает. Как бы я был богат, а то... Ай, да, сам знаешь. Ну, чему радуешься-то, корабельщик? Корабль-то построили? Не построили. Ну, а что ж голландцы твои? А? Не могут. Сии старички давно ничего не строили. Да ты что, голубок, вроде как защищаешь их. Тут не в старичках дело-то. Ну, а верь, построили? Да строим потихоньку. Сие дело новое, небывалое. Небывалое? Ай, так, небывалое. Ну, небывалое, значит, небывалое. Вот ты послушай. Идут русы на Царьград. Скиди 10 тысяч. Так в летописи сказано. А что в Несторской летописи скиди означают? А? А? Скиди. А? Лодьи древних русов. А, вот то-то. Скиди 10 тысяч. Флот. А ты? Новое дело, небывалое, не только было, но и есть. Есть племянничек. Насть надо, где они бьют эти ключи-то животворящие. В Архангельске искать те ключи. Там. О севере думай. Там ищи людей. Ты об этом расскажи государю. Петру Алексеевичу сие ведомо. Видать, по первопутку ехать мне к Белому морю. Волков много. А пистолеты на что? Сказывают, шпыни так и шныряют, ножичками режут. Да и есть ли оно сие Белое море-то? Может, и нет его вовсе. Не плачь, Яким, отыщем море белое. Вот он и есть Тимофей Кононович Кочнев, первый мастер по корабельному делу. Ну что ж, лодьи мы строим. Да не лодьи нам надобны, корабли. Наши лодьи и есть корабли, так по-нашему, по-поморскому зовутся. Ну, проходите, гостями будете. Нам бы людей повидать. Побеседовать о морском деле. Слышь, Еленка, покличь кормщиков да плотников. Возьми червонец на вино. У нас чай не постоялый, двор не кружала. Попутчим гости без твоего монета. Гордо и больно. Какова уродилась. Бабе бы потише надобно жить. Бабами сваи бьют, а я рыбацкая жонка, сама себе голова. Голова тебе муж. Пойдем по весне в море. Тогда узнаешь, кто кому голова. А что это она про море-то? От того, что кормщит она. Лодьи водит в дальние пути. Она? Она, Еленка. Мужики-то у ее под началом. Что же такое? Яким, зришь? Мать честная. Здесь что? Здесь тихость и сполохи. На матке на новой земле в большой холод. Эдакие сполохи живут. И непужливые перекрестятся. Ходят, да с треском, будто гром гремит. А вот и наши лодьи. Шумите потише. Здравствуй, батюшка, ты грома. Ое, далеко до тебя плетет. Думаю, забрать из Онегина Москву человек 100 морского дела старателей. Ну как же, волею, али не волею? Мы ближние царева стольники. Парень, глотку не рви. Мы люди вольные, над нами бояр да князей нету. Говори толком, зачем понадобились, надолго ли, от кого жалование пойдет? Нам нужны корабельщики, строить на озере флот. На озере что в луже? Тут море, у нас и народ для флота отыщется. То мысль добрая. Но поначалу надобны люди на озере. Без них кораблей не построишь. А хомут не наденешь, господин, на веки вечные. Ведь попадешь в неволю, куда деваться? Не будет хомута, божусь в том. Корабли на озеро спустим, и которые люди захотят обратно, с Богом. Потолкуем между собой, подумаем. Может, и найдутся охотники. Где народ? Ты что, один? Один. Кому охота, господин. Тут-то вольнее. Я вот тоже раздумывал, и не оплошал ли. Неволею надо бы набрать. Не шуми! Не посмотрю, что ты царев ближний стольник! Расшибу! Стой! Егин! Берегись! Перекрещу ножиком! Холоп! Передвинь! Сена! Пошел! Пошел! Я тебя на воронину руку поднял! О, гляди! Я тебя не боюсь! Ну! Ломаете? Чего ломать? А чё понастроили-то? Ни складу, ни ладу. Если каждый будет указывать мастерам, работы не будет, флота не будет. Давай! Давай, выбивай! Выбивай! Сие Ахтерштефен или грань кормовая. Она пойдет поближе к воде, а там вот Форштевен, грань носовая. Вот. А ты что, Яким, умнее всех? А ли стыд не ест, что Тимофей больше нас, царёх корабельщиков, корабельное дело знает? Мне, дворянину, холоп не указ. Он кормится тем, что знает, а я вотчиной сыт. Да и что мне с ним за одним столом сидеть? Глуп ты, Яким. И чего нам местами чиниться, коли есть среди нас и такие, и сякие, и конюхи, и кречетники? А тебе что ж, сии конюхи да кречетники не по душе? А чего ж не по душе? Давеча занозил на постройке руку, облаял порядки наши. Завернул про Петра Алексеевича, что где пора ему вместе с нами горе похлебать. На Москве эти мои слова он мне повторил. Кто повторил? Государь, батюшка. Доносить-то оно легче, чем работать. Лежи на печи, да слушай. Про тебя тоже. Ругал ты, что гвоздей добрых не шлют. Было? Ну, было. Государь меня этими словами щунял. Вот, рыба ревяха, хозяин. Коли положить ее под постель, колотье как рукой сымет. Да ты не сумлевайся. Когда я его с моря тошел, он проревел 3 раза. Все по примете. Люди слышали? На. Все равно с тобой в море не пойду. Пойдешь, пойдешь, лапушка. Везде со мной пойдешь, помирать станем и то вместе. Весельщиком к батюшке. Первеющий кормщик. За девкин подол держится, не оторвать. Не пойдешь весельщиком. Не пойдешь. А что у тебя день и ночь видеть? Я кем хошь пойду. Топор неладно кинул. Потонул топор. Ругаться будешь, хозяйка? Любый мой. что сказал? Чего сказал-то? Чего? Не люб я тебе. Люб. С того самого дня, как привяку батюшке принес. Люб. Топор потонул. Ругаться будешь, хозяйка. Дура своего дома! Сколько раз говорю, не отдам! Рыло неумытый, пес шелудивый, что надумал? Потише шуми, батюшка. Я тебе не батюшка, а ты мне не зятюшка! Иди, покажи, поторапливайся! Ну? Худо. Худо не бывает. Ну что, пожалеть тебя, кормщик? Ишь, горе какое, ишь, беда неизбывная. Хуже на свете не сыщется. Бужался-то как? На себя не стал похож. Я-то думала, господи. Смелый у меня рыбак, смелого за себя мужика беру. Ошиблась я. Глянь, тише воды ниже травы. Увозом увезешь. Как это увозом? Да так, как задастся. Значит, там судьба наша. Как задастся, такая и судьба будет. Так и заживем. Поняла ли, ума палата? Будь здоров на все четыре ветра. Будь здоров. Не возгордился еще, Афанасий? Это с чего? Год не прошло, как был капралом, а он, гляди, уже поручик. Ну так что с того? Да на сей чин заслужил. Кто столько казне прибыт, кто дал. Да не то главное. Остерегается ныне негациант-то. А ты все у Антипа? Ухожу. Куда? В служники монастырские, а куда же еще? А ты к нему? Да, за рыбкой для солдат. Смотри, обдерет треское. Ничего, поторгуюсь. Принеси метку господину поручику. Садись, господин поручик. Одного датские корабельщики привезли клинки на продажу. Я споймал. Скажи, пожалуйста, бывает же. А солдат Херофеев в нечаянности проглотил иглу. века. Помер. Живет. А еще те датские корабельщики. Перец привезли тоже, споймали. Поручик, не уйдет от нас. Наши все при нас, теперь жди сватов. Да не будет этого. Ты хлеб ешь, паскуда! Я научу тебя уважать отца! Ведьма! Ты что? Ты что? Ты что? Да погоди, я тебя задам! Погоди! Прошу, господин, более не бывать. Есть у меня нареченный, от него никуда не пойду. А коли приневолят, утоплюсь. Вот какова конфузия-то. Эх, Таисечка, Таисия Антиповна, что ж ты со мной сделала-то? Анасий Петрович, не враг ты ему, друг. Он же мне сам рассказывал, как бабенька Евдоха вас в одном корыте мыла. Ты же один у нас во всем свете есть. Ты же иначе не можешь, как только нам помогать. А то, что я тебе сейчас скажу, а то батюшке ни слова. Иван Саватеевич. Иван Саватеевич. Дело. Имею честь пригласить тебя вместе провести время. Чего это, Афанасий Ныч, вроде мух проглотил, а? Заколоть тебя, что ли? А и заколи чего в самом деле? Али стрели, бери мушкетон, ставь на рогатину и стрели. Я не пошевелюсь, попадешь. Что же это мы все вокруг да около дела-то не говорим? Я живой тебе ее не отдам, Афанасий Петрович. Слово мое свято. Ищи себе другую жонку, а к Таисе забудь хаживать. Люба она мне, кормщик. Аж так люба. Уходи. Ну? Здорово ли дошли, дедушки? Дошли, ничего. Лодью-то спустили? Да вас дожидались. За кулями и схоронишься, никто тебя не приметит. Заснул будто. А как в море выходили, не услышал. Всего делов-то, понял? Ты на корму неси, слышь, Дмитрий? Деденька, ты об этом никому, м? Ну, ничего. Загрызут его здесь. Толмачат на кораблях. А какая парню польза? Он что заплатит, он монастырю все идет. Прошлым летом, когда он в море ушел, он тут вовсе оголодал. Сироту, кому не лень, то-то позагрей в кулу. Выучишь его, добрый мореход будет. Кончаем, детушки! Ну, прошу к отвальному столу. Эй, пошли, что ли? Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, пресне, во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Причте Боже, благослови, ясное питье рабов Твоим, яко свят еси, всегда, на веки и причте, на веки веков. Аминь. Аминь. А ведаешь ли, отче, как гуси летят в поднебесье? Летят и летят, как им Господом велено. А что? То-то, как велено. Артель свою завсегда вожак ведет. И быть вожаком самому сильному, смышленому. Далече лететь из теплых краев, очох, как далече. Суди теперь сам, куда убитель нас посылат. На новую землю, на матку. Вожак нам надобен. Так тебе и быть первым кормщиком моги. Как хаживал, так и пойдешь. Нет, отходил я свое, отче. Люб ли вам, братцы, первым кормщиком Рябов Иван, сын Саватеев? Люб. Хороший малый, Люб. Отец его первым кормщиком ходил, теперь ему. А вот пусть ответ говорит по обычаю, как повелось. Велика мне честь. Просим. Прими честь. Просим. Глыби морские, мели, ведомы ли тебе, Иван Саватеевич? Ведомы, деденька. Пути лодейные дальние на Грумант, на матку, ведомы ли тебе, кормщик? Ведомы, деденька. Звезды ночные, компас, ведаешь ли? Ведаю. Поклонишься ли матерям рыбацким, жонкам да малым детишкам, что покуда жив будешь, не оставишь рыбарей в морской беде? Поклонюсь, деденька. Компас артельный. С ним и пойдешь. Компас добрый. Кажись бы и все, да еще об едином надо бы напомянуть. Я тебе не в попрек, я для бережения сказываю. Полегче бы, Иван Саватеевич, с зеленым вином. Куда оно, гоже? Набуянишь в хмелю, и пропала буйна голова. В горю оно проклятущее никак не поможет, а сколь многие на нем жизни лишились. А ежели она не в радость бывает, жизнь-то? Вот он я, дядечка. Ну вот, Дмитрий, ты снова в море. Так раз от разу и станешь морского дела старателем. Будешь жить морем и помрешь в море. Да, не помирают рыбаки в избе. Не копает рыбака могилу, берет их к себе море.